Всем привет, сегодня будем проходить хэллоуинскую миссию в игре Grand Pine Granny Tonight Hunters. Давайте стартовать. Хэллоуин 2021. Давайте легко. Играем за деда. Главная миссия: разбейте все тыквы, откройте храм. Дополнительная миссия: найдите красный ключ. Два парня убежали. Мы будем сами играть за деда. Так, смотрите, дом тот самый, который никогда не открывался еще. Очень мрачный дом. Что здесь? О, энергетик сразу можно было найти. Кстати, это полезно. Ух ты, бабка здесь курсирует. Смотрите, энергетик сразу же был. То есть, если бы я даже не поворачивался, у меня был бы минус один энергетик. Мы с вами находимся в лесу. Темная ночь, но очень светло на улице. У нас изображено в правом верхнем углу, что убежало два парня. Видимо, от сложности игры зависит количество беглецов. Вот такая бабка. Мы с ней не имеем столкновений. Ну-ка, давайте посмотрим задание. Да, разбейте все тыквы, откройте храм. И найдите красный ключ. Ели разного цвета. Прям темная ночь. И мы с вами заходим, скорее всего, на кладбище. Ну-ка, ворота. Не закрылись, но зато нам показывают сценку. Идет скелет. Ах ты, огрел бабку. А дальше что будет? То есть это он мне угрожает? У нас, значит, будет самая главная схватка с ним. А вот за этими воротами давайте последим. Они сейчас закроются явно. Точно. И на красный замок причем. Так, что напишут? Про бейсбол. Я не умею играть в бейсбол, точно. Все, молот взяли. Сейчас будем разбивать все тыквы, как нам написано в заданиях. И искать красный ключ. Так, жесть, разлетелся. А где же бабка-то? Неужто он ее поместил вот сюда? Так, все тыквы разбить. Это уже второй энергетик. Давайте тогда их сразу применять. Это у нас именно хэллоуинская миссия игры. Место для золотой тыквы. А, то есть в одной из тыкв будет золото. Деньги. Значит, где-то есть торговый автомат. Еще энергетик. Ура. Ну-ка, стена. Не бьется. Двое тут есть. Идите ко мне. Так, ну деда же тоже могут атаковать. Смотрите, торговый автомат. Четыре энергетика взяли. Телефон есть. Подождите-ка. Магазин. Магазин сегодня закрыт. Полиция. Вызвал полицию, чтобы они поймали меня. Еще деньги. Так, давайте сразу тогда закупимся, раз мы недалеко. Да, интересно, что будет, если нас поймают. Скелеты. Бабку главный скелет разбил. Ёкарный вышел. Разбить все тыквы. Это же имеется в виду тыквы, которые лежат на земле. Побежали искать еще. Вот одна из них. И здесь внутри энергетики. Да к нам даже выгодно их искать-то. Вот тыква. Да, кстати, где золотая тыква, интересно? Может быть, она находится в склепе главного скелета? Вы подобрали деньги. Ах ты, обойти нельзя. Можем тише идти. И где, интересно, спрятались парни? У нас же сегодня нестандартная миссия, хэллоуинская. Ой-ой-ой, я чуть не улетел. В мусорках ничего. Здесь ничего. Красный ключ, скорее всего, находится в одном из ящиков. Ну-ка, со стороны можно. Тоже энергетик, так у нас прям их 7 уже. Еще плюс деньги есть. Ах ты, не пройдем. Все, то есть нужно сейчас либо разбивать определенного скелета. Золотая тыква! Давайте посмотрим. Луч уходит в небо, смотрите. Золотая тыква. Выбрасываем молот. Это первая золотая. А, нам нужно, то есть, бегать. У нас даже рюкзака, кстати, с вами нет. Так, ну хорошо, хотя поближе. И за молотом. Коктейль Молотова. Деньги. И еще тыква. Возможно, последняя.
Энергетик, смотрите, так мы вообще тут будем носиться сейчас. А, еще тыква. Внутри ничего не оказалось. Можно даже обойти вот здесь, понятно. Есть свои хитрости-то. Все, значит, здесь тыкву и понесем. Ёкарный вышел. Так близко оказался. Хрустим просто, слышите? Ах ты, топор. А вот это прям супер. Топор, ладно, мы его пока не берем. Запомним, что он недалеко от молота находится. Сейчас понесем тыкву. Еще пьем. Ах ты, за мной уже выдвинулись. Давайте дальше поставим. Первая тыква есть. Здесь тоже? Да, место для золотой, понятно. Побежали возвращать себе оружие. У него аж топор и бита. А это похоже на бабку, только скелетированную. И убегаем, убегаем, убегаем. Все, получилось. Пока что скелетов побьем. Бам. Да, с расстояния. Смотрите. Кстати, я стою уже здесь. Стою. Да на. Так, все разлетелось. Ничего не осталось от него. Теперь давайте попробуем применить топор к ящикам. Скелеты, у которых прямо топор в руке, они подсказывают, что у них он и будет. Если мы разобьем. Здесь тоже есть куча тыкв. Раз, два, деньги. Так ничего себе. Это, кстати, поощрительная миссия. Так приятно играть на скорости. Мне не нравится плестись. Особенно если знаешь, как проходить, так это вообще... Кстати, а здесь будет такой прикол-то? С елками, что нас будет поднимать. Помните же, я залезал на самый верх? Так, по какой еле? Вот здесь. О, класс, класс, класс. Подъемные конфеты, смотрите. Так, мы прям поднимаемся. Ёкарный вышен! Меня выкинул наверх. Во! Так, за мной выдвинулось очень много. Давайте на дерево, потом на ель. На склепе окажемся. Как вам такой прикол? Мы обошли их всех. То есть, считайте, обдурили. Побежали теперь разбивать следующие ящики. Также вам сегодня в игре показал баг. Ах, вот куда тыкву поместили, хитрецы. Теперь они опять знают, где я нахожусь. Очень странно. Ящик, ящик, значит, везде здесь есть тыквы. Точно. Так, деньги, ура. Но у нас еще 10 энергетиков. Но я ни разу не пробовал разбивать скелетов топором. Я все-таки дед, у меня должен быть молот. Потому что я уже не молот. Ну-ка пробуем. Ах ты жесть. Не получается реально. Пробегаем. Я возвращаюсь за молотом. Сейчас будем их разбивать. Так, ура. Иди ко мне. И закупаемся. Нужны деньги. 13 энергетиков. Так, смотрите-ка. Мы, похоже, еще с вами не разбили определенного скелета, у которого что-то будет полезное. Так, а куда мне звонить-то? В полицию нельзя, потому что я сам преступник. У них что-то будет. Ну-ка, давай ты. А, вон еще вижу тыкву. Я тыкву вижу за склепом. Ура, это есть. Кстати, это опасная тыква-то. Давайте внимательнее искать. А, вот еще тыква. У нас было аж 14 энергетиков за раз. Еще золотая. Так, срочно берем. Луч остался, поняли прикол? Без тыквы. Так, и мы откроем эти ворота. Точно! Смотрите. Представляете себе, скелеты парней побежали. Вот такого точно не ожидал. Это какая-то жесть. Они сматываются.
Тинейджеры, на. Разбили мы. А можешь всех поймать? Хотел уже встать, видели? Сейчас мы тебя тоже поймаем. Я там могу резать углы, кстати, он тоже неплохо режет. И... кость какая-то. Что за кость? Ах, еще один. Прикол. Тратим деньги. 13. У нас есть кость, красный ключ и еще что-то. Ах, вот он где. Смотрите, так тихо пробирается, молодец. Так мы целого скелета можем создать. А, ты самый медленный из них. Что здесь? Смотрите, луч-то в небо уходит. То есть мы сейчас где-то будем составлять скелета. Ну хорошо. Это и будет рычаг? Это рычаг. Поднимаем. Еще часть. А, мы скорее всего бабку выпустим из заточения. Потому что ее же оглушил главный этот царь. Точно. Какой-то ход открыли. Что? Вот это классно. То есть там была бабка, да? Сходим туда после того, как возьмем красный ключ. У нас вверху справа изображено, что мы поймали трех парней из двух. Ключ ни в коем случае не применяем, иначе нам засчитают прохождение, это уж явно. Пока просто вниз. Кто нас здесь будет ждать? Так, аккуратно. Ничего себе, он подвал сделал. Но это, возможно, тоже прохождение. Бабка, что ли, будет здесь? Рычаг. Так. И мы кого-то выпустим. Это похоже на лабиринт. Ёкарный бешен! Это реально был лабиринт. Все. Убегаем отсюда. Нам с вами нужен молот. Оставляем тебя. Вот мы с вами увидели новое сегодня. Так, это, конечно, жесть. На. А, так вас здесь много. Их много. Но если меня огреют, представляете себе, что будет? Я сразу проиграю. Раз. Открыли. А, закрыли все двери. На всякий случай-то можно все двери закрыть? Ёкарный вышел. Да, реакция помогла. Там бабка, как мне тебя? Ах ты. Бабка ходит здесь, понятно. Смог. У нас, скорее всего, бесконечное количество жизней. Двери открыли. Бабку нам нужно забрать, да? Открыли тебя. Она не хочет выходить, понятно. А почему ты не выходишь-то? Ёкарный вышел. Уже бил. Может быть, я должен сначала победить всех скелетов? Ёкарный вышел. Ах ты, молот какой-то. Подождите. Это нереально. А, еще ходы. Еще ходы, понятно. А, то есть нам нужно все двери закрыть наоборот. И тогда все скелеты останутся за дверями. Улетела голова. Ну ладно, давайте так. А, бабка-то вышла, молодец. Все, а сейчас закрываемся. Все, пошли с ней вместе. Мне молот лично не нужен пока что. Если что, я его возьму. И куда ты пошла? И почему она вообще все-таки согласилась выйти? Ёкарный вышел. На, не успел взять. Она просто спокойненько пошла. Давайте даже проследим за ней, что она будет делать. Просто у ворот стоять? Скорее всего, да, мы же двери не открыли. Да, стоит у ворот. Все, иди ко мне. Берем красный ключ.
не выполняя просто задания с тыквами. И прошли, yes. На, получай скелет. Смотрите, бабка с дедом уже разбираются со скелетами в какой-то новой области. Давайте на этом видео закончим. Мы сегодня с вами прошли бонусную миссию Grand Pine Granny Tonight Hunters. Оценивайте видео лайками, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.